Раз тебе все равно осталось жить всего пару минут, открою тебе один большой секрет. У меня, понимаешь, все продумано. На моей стороне самый сильный игрок пустоши. Ясно? Что за игрок? Правительство, кто же еще? Генерал Кросс мой приятель. Когда правительство приберет все к рукам, что тут начнется? И все благодаря моему непревзойденному дипломатическому таланту. Наверное, я просто лучший во всем, за что берусь. А ты тупая марионетка Лузан. Ну что сказать? Пока, марионетка. Прощай!